Всем привет, с вами снова Лакмус, и сегодня я начинаю играть в недавно вышедшую игру, как видите, Starbound. Пока что это бета-версия игры. Я так скажу, что я купил ее гораздо раньше, чем вот начал играть, но почему-то оказалось, что она не идет под XP. То есть я сижу на XP, и запустить у меня удалось ее далеко не сразу. Выходят там, видимо, какие-то патчи, обновления, игра что-то закачивает через Steam, то есть это стимовская версия. Сразу скажу для тех, кто будет кричать мне, писать, вернее, в комментариях, дай ссылку и прочее. Игра мной куплена в Стиме, поэтому ссылка, собственно говоря, вот только на Steam у меня может быть. И про игру я мало что знаю, на самом деле, кроме, пожалуй, того, что это идейная наследница одной из моих любимых игр Террарии. Ничего про игру я не читал, не смотрел. Единственное, я зашел немножко в опции, подобрал параметры звука, разрешение экрана и, собственно говоря, все. И предлагаю вам вместе со мной начать знакомство с этой, надеюсь, замечательной игрой без каких-либо спойлеров. То есть сразу предупреждаю тех, кто уже играл или читал, или что-то знает. За спойлеры будет моментальный и безоговорочный бан. Спойлером я считаю не только какие-то, ну, может быть, здесь есть сюжет, какие-то вот такие вот комментарии, но и подсказки по геймплею. То есть, допустим, вы уже играли, знаете, что супермощная пушка крафтится из того-то, того-то и того-то, и все это вы мне выложите сейчас в комментариях в надежде, что я, значит, тоже вместе с вами буду рулить и всех нагибать. Вот за это сразу последует бан. Единственные комментарии вот с подсказками, которые я считаю допустимыми, это если я где-то что-то пропустил, где-то что-то не увидел, не подобрал или невнимательно посмотрел. Такое возможно, конечно же. И вот такие подсказки я буду с удовольствием принимать. Все прочие, так называемые спойлеры, я буду удалять и авторов этих спойлеров банить сразу, без обсуждений. Поэтому, и, кстати говоря, если будет слишком много таких вот спойлеров, то, скорее всего, вот этот летсплей будет остановлен, заморожен, я буду играть уже для себя, потому что я не хочу портить себе удовольствие. Давайте начнем. Так, здесь у нас выбирается персонаж, как я понимаю. Я, кстати говоря, вот впервые вижу эту игру, поэтому буду, видимо, тупить. Также еще и потому, что игра на английском языке. Я так понимаю, что это расы. Да? Да. Какая-то птичка. Обезьяна, что ли? Флоран. Это я хер знает, что такое. Какой-то странный человечек. Это что-то типа киборга, видимо. Давайте возьмем вот обычного человека. Единственное, что, конечно, стоит подобрать, наверное, более вменяемый скин. О, неплохой такой. Незнайку мне напоминает. Давайте оставим его. А это, видимо, имя. Мы будем, как обычно, Лакмусом. Окей. А, то есть у нас, как я понимаю, не один персонаж. Давайте возьмем разных рас. Вот такого птенчика. Здесь я уже не буду особо заморачиваться с именем. Окей. Также меня прикалывает вот этот вот трехглазый чувак. Давайте сделаем девочку. Отличается, обратите внимание, наличием, отсутствием сисек. Ну, отлично. Давайте вот такую вот. Спон... Блин, надо, чтобы я еще смог прочитать. Твиркист. Пусть будет такая.
Ага, они сдвигаются вниз, наши персонажи. И давайте возьмем вот этот Флоран. Тоже пусть будет женский персонаж. Единственное, что вот такая вот фиолетовая чувиха. Флэш Кнайф. Да? Пусть будет. А когда же мы начнем играть-то, собственно говоря? Сколько же их здесь всего? Я даже не знаю. Но, видимо, я зря. Ой. Что-то я нажал. Пошла загрузка. Загрузка в этой игре, кстати говоря, длится довольно долго. Видимо, да, нужно было создать персонажа и выбрать. А я как последний нуб насоздавал кучу персонажей. Сейчас мы начнем. За какую-то... Вот эту вот флэш-кнайф. Ну да и ладно, собственно говоря, почему нет? Что такое здесь написано? Взять звезды. Что-то их какой-то охотится где-то. Твой корабль подправится к неизвестной планете. Что-то про топливо. Перед... Да, знание английского у меня, конечно... Что-то нам тут дали. Короче, ладно. Будем вникать по ходу. Перемещение осуществляется, как я понимаю, кнопками. Прыжок. Как посмотреть инвентарь? Да, вот он, инвентарь. Ничего у нас нет. Надо сказать, кроме Hunter Chest. А, это кираса или какая-то рубашка. Да? И штанишки. Понятно. Чепчик бы еще нужно, конечно, раздобыть. Здесь у нас крафтинг. Прикольно. С этим нужно еще разбираться и разбираться. Пока что, я так понимаю, ничего у нас особо нет. Ага, это подсказки. Это журнал. Ой. Ой-ой-ой. Ага, это, видимо, возврат на корабль. Нет, это журнал. Вот квестовый журнал. Здесь нам какое-то задание выдали. Я пока не знаю, что нужно делать. А это значит... Кодекс какой-то. Фиг знает. Видимо, это подсказки по игре. Давайте посмотрим на наш корабль. Что мы можем здесь сделать вообще? Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, дамы и господа. Как открыть дверь? О, клавиша Е открывается дверь. Вот. И мы клавишей Е можем также использовать все вот эти вот приборы. Какой-то принтер. А это что такое? Шип локер. Ага. Мы взяли какой-то манипулятор. Тем самым выполнили квест. Теперь нужно взять крафтинг тейбл. Видимо, не здесь. Это навигация. Пока что мы не будем сюда лезть, чтобы не натворить делов. Корабль, кстати, у нас такой с заточкой под расу нашего персонажа.
Так, где же этот крафтинг тейбл? Как нам его скрафтить? Нужны деревянные планки. Понятное дело, 35 штук аж. Видимо, нам нужно спуститься на планету, как я понимаю. Да, вот мы оказались на какой-то планете. Альфа. Что-то я забыл, не успел прочитать. И нам надо как-то научиться добывать дерево. Так, это мы нашли какую-то морковку, я так понимаю. Семена морковные. Это птичка. А, вот, у нас, значит, манипулятор — это такой инструмент, видимо, или оружие, или что это такое. Мы можем посадить семена с его помощью. Так, что это? Способ добывания? Как-то очень долго. Это у нас камень, естественно. Ну, очень долго добывается камень с помощью этого манипулятора. Видимо, он какой-то беспонтовый. Так, это что? Что такое? Это враги? Да, это враги, но как на них воздействовать? Чем? Поставили блоки. Ну, это замечательно, но как же мне взаимодействовать с врагами, чем же мне их колбасить? Давайте вернемся на корабль. Я чувствую, что здесь наши приключения закончатся не очень хорошо. Здесь у нас есть меч. Вот я не взял меч. Также у нас есть фонарик, кстати говоря, вот надо было мне сразу взять. Есть факелы, как я понимаю. Так, есть у нас какие-то семена. И еще семена. Не знаю, зачем они нужны. Давайте выберем меч. Каким-то образом экипируем его. Так. Каким образом это сделать? Не совсем понятно. Горячие клавиши я пока не знаю, поэтому буду вот так вот нубским способом. Армор. Как же нам экипировать-то свой меч? Двуручный меч. И также не совсем понятно, в какой слот пошел у нас вот этот манипулятор, которым мы активно пользуемся. Да, это, конечно, проблема. Проблема. Как же экипировать-то меч? Может быть, вот так? О, вот. Я экипировал меч, и мы теперь можем драться. Ха. Довольно-таки забавно. Отправляемся снова на эту планету. Альфа. Не знаю, что это значит. И сразимся с этими врагами, которые нас так... Это теперь другие уже. Так, битва началась. Жаркая битва. Что-то они какие-то жирные.
очень жирная. Какие-то кролики. Синие кролики. Очень ужасные. Так, давайте добудем, наверное, это дерево. Я так понимаю, что именно так это делается. Я постараюсь также лимитировать серии по времени, чтобы нам сильно не увлекаться. Сразу два дерева я срубил, и давайте соберем ресурсы. 43. И скрафтим. Сначала планки нужно скрафтить. Сколько нам нужно? Нам нужно их 35. Так. И скрафтим верстачок. Отлично. Мы выполнили квест и получили новый квест. Нам нужно убить монстров с помощью лука и приготовить на костре мясо. Видимо, так. А с чего крафтится лук? Давайте посмотрим. Так вот, мне не нравится вот эта вот полоска. Как бы это ни было какой-нибудь голод нашего персонажа. Так, лук. Вот лук. Крафтится из дерева и из каких-то плант-фибр. Плант-фибр — это какие-то, видимо, водоросли, что ли? Хрен знает. Как нам добыть эти плант-фибр? У нас такого похожего ничего нет. Возможно, вот эти вот. Так, стоять. Синий заяц нас атакует. Здоровье у нас пошатнулось. Чем нам его восстановить? Морковку съели. Вроде бы немножко восстановилось здоровье. Давайте посадим еще одну морковку. Если это, конечно, морковка. Просто она не садится на камни, да? Может быть, куда-нибудь сюда на траву? Тоже нет. Ну да и ладно, хрен с ней. Сдохнем так сдохнем. Что нам, собственно говоря, терять-то? Так, а это что такое? Это не то, что мы ищем. Снова враги. Жаркая битва. Монетки, что ли, нам падают? Я пока не разобрался. Так, а вот врагов я пока особо не различаю среди окружения. Надо сказать, графика в игре меня не радует. Пока что, потому что как-то она странного вида. Попробуем добыть вот эти вот растения. Странные тоже. Разрешение, кстати, у меня 1280 на 720 в игре. Я не стал делать слишком большое разрешение. А вот они, плант-фибры, кстати говоря, которые нам нужны. Давайте добудем побольше. Так вот, я не стал делать большое разрешение, но чтобы не было у нас проблем с кодированием и не затягивать, потому что долгое кодирование приводит к тому, что долгое ожидание новых серий. Так, и сразу смотрим крафт. Вот мы уже можем скрафтить один лук. Так,
и с помощью лука кого-нибудь убить. А, кстати, вот верстачок можно поставить. Ну да ладно. У нас нет стрел к луку. А, нет, стрелы, видимо, не нужны. Видимо, стрелы здесь как-то... Ага. Натягивать нужно тетиву. Не все так просто. Я сдохну сейчас. Нет, нормально. Так, мы получили кожу, но не мясо. Как я понимаю, у меня здоровье уже на нуле. Нам нужно что-то сожрать. Деревянные блоки. Здесь мы можем тоже что-то строить. Давайте, наверное, вернемся на корабль. Потому что такими темпами я очень быстро закончу свои похождения. И как-то нам нужно попытаться восстановить свое здоровье. Каким образом это сделать, пока непонятно. 105. А что такое вот это тогда? Это что-то с топливом связано. Это навигация. Это у нас какой-то 3D принтер. Я пока не знаю, зачем он нужен. Как насчет еды в этой игре? Кожу есть мы не можем. Дерево. А, дерево. Ха. Очень долгий процесс вот этого вот добычи этих блоков. Сожрать мне нечего. Мясо мы не добыли. Вот, кстати, фонарик еще как-то можно тоже использовать. Давайте сюда его поместим. А, вот так вот он работает. То есть освещает некую площадь. Мне не остается ничего другого, как попытаться завалить этих монстров еще раз. С тем, чтобы заполучить это мясо. Видимо, именно так происходит процесс питания. Мы убиваем монстра. Его мясо. Так, ну близко подходить я, честно говоря, опасаюсь. Потому что они довольно агрессивны, эти твари. Да, ну и меня, конечно, завалили очень быстро. Посмотрим, как у нас происходит возрождение персонажа. Да. Наша девушка вырастает из какого-то цветка. И, видимо, штрафов особых не произошло. Это, видимо, золото наше. Но зато мы восстановили здоровье. Пока что никакого особого хардкора я не вижу. А вот, видимо, питание. Шкала питания. Вот она. Заполнилась. Но, тем не менее, квест-то у нас остается. И нам нужно все-таки завалить как-то этих монстров. Они, кстати, распавнятся. Или не распомнится, а просто они другие сейчас. Здесь, видимо, присутствует какой-то аналог левелинга, что ли. Так, ну это довольно сложно на самом деле. Для меня, по крайней мере. Вот, мы нашли мясо. Отлично, теперь нам нужно скрафтить костер. Было там такое что-то. И пожарить это мясо. Костер у нас теперь
костер, мы можем его поставить и пожарить мясо. Таким образом. О, повязка. Повязка нам нужна. Так, насчет мяса, вот у нас раздел пищи, видимо, но по поводу мяса здесь ничего нет, не сказано. Давайте посмотрим, на что похожа повязка. Вот в этот слот ее. А как нам получить жареное мясо? Вот что непонятно. Может быть, нужно больше кусков просто. Где наш журнал? Ну, тут ничего не сказано. Так, убить монстра с луком и приготовить на костре мясо. Alien meat. У нас так, что это? Alien meat. Ну, как вам его приготовить-то? Один кусок. Но я думаю, что он как-то должен, даже не знаю, в руки взять, я его почему-то не могу. А, вот. Вот как. То есть нужно использовать костер клавишей Е. И приготовить это мясо. Примерно как в Майнкрафте на самом деле. Вот мы получили приготовленное мясо. И в принципе, видимо, можем его сожрать. Теперь нам предлагают скрафтить печь. Да? Фурнейс. А из чего? Так, из камня. Печь крафтится из камня. Видимо, нам нужно теперь добывать этот камень. И процесс этот, надо сказать, довольно долгий и нудный. С помощью нашего вот этого вот, я так подозреваю, беспонтового инструмента. Два камня мы получили. Еще камень. Так. Где у нас этот фурнейс расположен? В каком разделе? Я не вижу его. Еще раз смотрим задание. Так. И уголь нужен. Уголь, я так подозреваю, образуется путем пережигания на костре нашего дерева. Вот у нас есть дерево. Нет, не пережигается. Может быть, планки можно как-то пережечь. Тоже нет. Как же нам сделать уголь-то? Может быть, нужен верстачок, кстати говоря, чтобы, судя по террарии, для того, чтобы... Где у нас? Где? Я его выкинул, что ли? А, нет, вот он. Для того, чтобы крафтить что-то другое, нужно верстачок. Я могу судить, ничего не изменилось. Так, вот мы активировали верстачок, и здесь у нас по
пока что я не вижу, чтобы что-то особо добавилось. На всяком случае, печи никакой я здесь не вижу. Однако я вижу, что у нас подошло к концу время эпизода. Пожалуй, на сегодня на этом все. Первый эпизод, будем считать, прошел, ну, худо-бедно, как-то плодотворно. Всем спасибо за внимание. Надеюсь на ваши комментарии адекватные, без спойлеров. Всем пока.